Don't act like you forgot. This better have my money. Дорогие друзья, на сцене ведущий танцевального марафона «Стартинг-2016» звезда музыкальных каналов «Ю» и «Муз-ТВ» Артем Шалимов. Встречайте! Нашего марафона. Я рад приветствовать вас здесь, в концертном зале «Россия» на танцевальном марафоне «Стартинг-2016». Что же, дорогие друзья, чтобы немного взбодриться, давайте еще раз поблагодарим замечательную танцевальную команду, которая только что выступала для нас, группа «Play». С вашим бурным аплодисментом. Отличные ребята, обязательно встретимся с ними еще снова. Ну что же, дорогие друзья, наш марафон проводится среди молодых специалистов города Москвы. Он направлен на пропаганду здорового образа жизни современной молодежи. В прошлом году был дан старт этому грандиозному проекту. В нем приняли участие более 200 молодых людей, а за их творчеством наблюдало более 700 зрителей. Нас сегодня еще больше, это не может не радовать. Поаплодируйте сами себе! Молодые социальные работники блестяще справились со всеми конкурсными заданиями, заслужив аплодисменты и эмоции зрителей. Дорогие друзья, я уверен, что сегодня вы также будете поддерживать своих друзей и коллег. Вы ведь их любите, правда же? Как вы будете поддерживать? Такое ощущение, что вы затаили на своих коллег и друзей, как будто бы вы их не очень любите. Вы точно будете поддерживать их аплодисментами, да? Вот так, чтобы было всегда. Договорились? Отлично. Что же, организаторы «Стартинга» приготовили для вас и для нас сегодня множество сюрпризов и интересных номеров. У сегодняшнего марафона есть одна интересная особенность. Каждая команда – представитель определенных профессий, которые востребованы на московском рынке труда. А о каких профессиях пойдет речь, вы сейчас увидите и услышите сами. Вы готовы? Итак, я приглашаю на наш танцпол профессию повара, который представляет команда «Зоопарк» Западного административного округа города Москвы. Вот они, посмотрите на них. А с левой стороны выбегает команда «Соцотряд» от колледжа по подготовке социальных работников. Громче, громче, громче приветствуем наших участников. Профессию бортпроводника представляет команда «Северяне» Северного административного округа и команда «Позитивный настрой» Северо-Западного административного округа города Москвы. Вау, какие красивые! Желаем вам, конечно же, победы, а мы едем дальше и встречаем профессию дворника. Их представляет команда «Авангард». Вон они, посмотрите, какие красивые, а также команда «Альтаир» от организации для детей-сирот. Громче, 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 громче! Профессию фитнес-тренера представляет команда «Соцба» Северо-Восточного административного округа города Москвы и команда «Станция активная». Встречаем бурными аплодисментами наших участников. И, конечно же, пританцовываем, ведь это же танцевальный марафон. А мы продолжаем. Профессию судьи представляет команда «Нон-стоп» Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Еще мог выйти наш хореограф-постановщик Артем, привет! В этот момент мне захотелось со сцены уйти тоже с каким-то пируэтом, но нет, не дождешься. Артем, встречаем! Хочу вам напомнить, что наш танцевальный марафон – это конкурс. А как известно, для конкурса просто необходимо жюри.
Уважаемые гости и участники, позвольте представить вам почетное жюри танцевального марафона «Стартин» 2016. Поваши бурные аплодисменты! Руководитель танцевального коллектива «Стрит Джаз», хореограф-постановщик телевизионных шоу-программ, педагог концертной студии «Непоседы» Михаил Недолечко! Макс Недолечко! Вот он, этот замечательный человек, который лично меня научил в «Непоседах» танцевать, что я теперь чувствую себя настоящим королем танцпола на каждом мероприятии. Максим Недолечко, ваши бурные аплодисменты! Следующий участник нашего жюри – российский актер театра и кино, призер Римского кинофестиваля Михаил Дорожкин, Южного совета департамента Владимир Аршакович Петросян. Вот они, все наше почетное жюри перед вами. Владимир Аршакович, мы бы хотели бы услышать от вас напутственное приветственное. Добрый день, дорогие друзья. Давайте предоставлю слово вначале директору государственного учреждения. Мои документы. Дорогие друзья, дорогие коллеги, каждый день вашей жизни – это подвиг. Это подвиг служения людям. Но в жизни есть место не только подвигу, но и празднику. И сегодня это праздник танца. Я не знаю, что будет происходить дальше, но что бы ни происходило, вы уже победили. Победили будни, победили суету, усталость, лень. Я поздравляю вас с этим. А теперь наслаждайтесь. Ну что, дорогие друзья, я тоже хочу вас всех поздравить. Во-первых, сказать, что мы вместе с учреждением «Мои документы» вместе решаем проблемы москвичей. То есть мы самые человечные с вами в этом городе. Поэтому я хочу, чтобы вы были самыми активными, самыми деловыми, самыми профессиональными не только на службе, но и в будни, когда нужно радоваться, танцевать, петь, веселиться. Как мы отдыхаем, так мы и работаем. А мы умеем отдыхать, правильно, ребят? Я горжусь своим молодежным советом, я горжусь своей молодой командой и хочу сказать, что я всегда рядом с вами, знаете это, друзья. Я от души вас поздравляю с приближающимся Днем молодежи. Хочу пожелать вам больших-больших перспектив, светлого будущего и, конечно, всем нам вместе мирного неба, мира на нашей земле, мира нашей России, нашему народу. С праздником, ребята, вас! Спасибо большое за ваши прекрасные слова. Просим наше компетентное жюри занять свои почетные места. Ложа. Наши жюри, мы подготовили для вас самые лучшие места. Вот эта ложа, она только для вас, дорогие друзья. Давайте проводим аплодисментами наше многоуважаемое жюри. Эти люди будут сегодня оценивать все ваши способности. Я знаю, что вы готовились и сегодня продемонстрируете свои способности на все 100%. Под ваши бурные аплодисменты наши жюри занимают свои места. Дорогие друзья, как вы уже поняли, у нас очень необычное мероприятие. И еще одной особенностью является то, что у нас не одно жюри, которое мы вам только что представили, а целых три. Второе жюри. Вы спросите, зачем нужно? Оно, знаете, будет что делать? Оно будет оценивать вашу активность команд поддержки, так как это очень важно для участников нашего марафона. Итак, где команды поддержки? Поднимите руки, покажите себя! Вот они, дорогие друзья, от вас сегодня зависит очень многое, поэтому будьте активны и поддерживайте свои команды. Друзья, а я, конечно же, хочу к вам еще раз обратиться и сказать, чтобы вы сегодня не замолкали ни на минуту. Болейте не только за ваши команды, но и за соперников, потому что вы именно будете вдохновлять наших участников. И третье жюри – мои помощники, которые на протяжении всего мероприятия будут контролировать команды на танцполе. Давайте поаплодируем им. Ребята, сегодня все службы работают для того, чтобы вам отлично! Ну а теперь пришло
Пришло время познакомить вас, дорогие друзья, с условиями молодежного танцевального марафона «Старти-2016». Все участники команды должны выполнять движения, которые им будет показывать хореограф, синхронно и не останавливаясь. Именно поэтому мы и называем наше мероприятие «Танцевальный марафон». Сегодня никто не должен стоять на месте, а должен все время танцевать. А у команд поддержки всегда должны быть наготове плакаты и бурные эмоции, которые они сейчас демонстрируют. Посмотрите на них. Начинаем, уже откладывать больше некогда. И сейчас на ваших глазах мы проведем разминку, которую проведет для нас Артем Лялин. Поехали! Как могут мои друзья Мария Игнатенко, Максим Лосев, Марина Копылова, Александр Логинов, Виктория Зеликова и Дмитрий Ташкин. Поехали! В этом городе я знаю пути, знаю те, кто мне мешает. Вперед! В этом городе не каждый герой. Другая рука. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый круг, каждый смену опоздал, не успел. Ну а живое? Знаешь, 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 ты не первый такой, кто хочет все и сразу только унести бы с собой. Кто не видишь кругу, то, что хочешь видеть, а за спиной все говорят, а ты не слышишь, слышишь. Вся Москва горит, вся Москва горит. Задание номер два – это импровизационный номер. Мы будем совершенно неожиданно задавать стиль известных танцевальных направлений. Наш диджей будет включать соответствующую музыку, диджей Никирич. А ваша задача, друзья, быстро сориентироваться и показать танец на заданную тему. То есть, например, мы скажем «бачата», и все танцуют бачату. Понятно? Вообще задание сложное, если честно, но я уверен, что наши команды с ним справятся на ура. Ну что, итак, домашнее задание. Мы приглашаем на сцену участников, представляющих профессию повар, команды «Завар» и «Сосотряд», группа поддержки. Взрываемся аплодисментами. Вау! Как много народу! Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем! Заубар! Соцотряд! Вот они, эти красавцы-повара! Обратите внимание, зал! Повторяем движение Дмитрия и Виктория. И останавливаемся! Так, дорогие зрители, вы тоже не сидите! Просто так, повторяйте эти движения, пританцовывайте, создавайте себе отличное настроение, ведь мы все собрались сюда именно для этого. Ну что, команда готова? Команда, вы готовы? Вы готовы? Поддержим, ребят! Ну что, тогда начнем. Домашнее задание, давайте посмотрим. Итак, кто у нас начинает? Команда «Заубар» на сцену! Поехали! Thank you.
Интересно, сейчас кто-нибудь покажет эту знаменитую поддержку из фильма «Грязные танцы». Все внимание на команду «Сосотряд». Поддерживаем аплодисментами. Давайте последний танец в импровизации у нашей команды участников. Вау, девчонки, что творят, а? А вот и долгожданная поддержка. Вау, ну что же! Большое спасибо нашим поварам! Ребят, спускайтесь в зал! А на сцену под ваши бурные аплодисменты приглашаются бортпроводники! Активнее, активнее! На сцену, погнали! Это было очень феерично, но, друзья, это только начало! Сейчас бортпроводники покажут, на что они готовы. Итак, домашнее задание. Встречаем. Thank you.
не настрой станцам танго. Диджей, давай, давай. Позитивный настрой. Ирландский танец, погнали, ребята! Lord of the Dance, мне кажется, сейчас где-то нервно курит в сторонке, смотря на этих ребят. Вы посмотрите, какая техника, какая синхронность. Сейчас они покажут, как они умеют танцевать на сцене. Домашнее задание под ваши бурные аплодисменты, да? Ну что ж, команда готова? Диджей, давай, поехали! Поехали!
Not the story, oh, let's get into me, if not the
обожаем команду «Альтаир». А как насчет самбы? Диджей, готовы? Ну-ка, изобразите нам самбу. Зал, поддержим команду. У нас сейчас так же жарко, как и в Рио, мне кажется, друзья. Так давайте так же, как и в Рио, буду танцевать все самбу. Зрители, встаем со своих мест. Поехали. Вместе с командой «Альтаир». Chico bateu no bode, o bode bateu em Chico. Chico apanhou do bode, é, o bode apanhou de Chico. Quem apanhou a briga foi o bode, pai Chico. Cujo nome cristofônico, o bode bateu em Chico. Дворники и самбо, что может быть интереснее, да? Команда «Авангард», а вас танец «Танго». And I'm in that bus and we rolling with the baddest chicks.
Что будет дальше, можно только догадываться.
Фламенко. Страстная Фламенко. Давайте посмотрим, как с этим заданием станция активная справится. Уважаемые зрители, поддержим команды. Топаем все! Здоровый дух! А мы приглашаем показать свое домашнее задание команду строгих судей. Ребята, мы вас ждем. Итак, провожаем фитнес-тренеров. Они были большие молодцы. Посмотрим, как строгие судьи справятся с нашими не такими строгими и серьезными заданиями. Итак, как умеют танцевать судьи? Команда «Нон-стоп» и «Сто лица». Встречаем домашнее задание. Диджей, поехали! Среди нас он жил, мы шагали строим честным парнем. Был бы простым героем, но правду не скрыть. Этот час настал, и вот обнажился звериный оскал. И вот обнажился звериный оскал. Врагу продаешься и с совестью, честью легко раздаешься. Но ты не победишь, наша цепь не прервется. Ты не можешь.
группа поддержки активнее, но... Спасибо, команде «Нон-стоп». Приглашаешь команду. Команда «Столица Сан-Сан». Ча-ча-ча. Поехали. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. Поддержим команду. Стоп и внимание! Татарский танец! Спасибо команде «Столица», приглашаем команду «Нон-стоп». Медленный танец. Танцуют все. Читать и умножать, мышление держать, будет в школе учить.
чего дали современные учителя? Сейчас покажем то, что способны. Thank you.
Поехали! Если кто-то на улице города Москвы танцует лесенку, знаете, учителям танцевать. Диджей, а давай-ка нам Макарену. Эти движения здесь... знают все, поэтому танцуем, зрительный зал. Готовы? Поехали! Встаем, встаем со своим местом. Jala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Jala tu cuerpo, alegría, Macarena, Cruce, Macarena. Jala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Jala tu cuerpo, alegría, Macarena. Ajá, отлично. Приглашаем команду фантазеров. Танец буги, буги. He was a famous trumpet man from our Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Спасибо за отличное выступление команде учителей. А мы приглашаем на сцену представителей одной из самых важных профессий — врачей. Ждем вас, ребята. Учителей сменяют врачи, и сейчас наши медицинские работники покажут, на что они способны. Мы на очереди домашнее задание. Мы надеемся на ваше ответственное выполнение домашнего задания. Команда готова, диджей, давай, поехали, команда врачей. Поддерживаем врачей! Зал оживился. Пойдем к команду. Вот какие у нас врачи. Горячие сердца. Крутим бедрами, да-да, активнее, активнее, поехали! Руки выше! Руки выше! Поддерживаем, врачи! Встаем! Руки выше! Да! 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 Подоспели на помощь.
Но, конечно же, менеджеры, я думаю, сейчас не ударят грязь лицом и покажут все, на что способны. Итак, менеджеры заряжены, и мы готовы смотреть их домашнее задание. Под ваши бурные аплодисменты! Поехали! Диджей! Начинает команда доброделы. Танец диско. Держи, давай. Thank you.
It's the time of the time.
Отлично! А теперь переходим к импровизации. И начинает команда «Медийные лица». Танцам сальса! Диджей, давай музыку! Диджей, давай нам ча-ча-ча! Громче! Ну что ж, команда «Медийные лица», приглашаю вас на французский кан-кан. Танцуем все! Like a preacher, full of ecstasy and fire.
Спасибо большое команде полицейских за феерическое завершение нашего конкурсного этапа. Вы были на высоте. Провожаем участников бурными аплодисментами. Аплодисменты всем командам, участвующим в танцевальном марафоне «Стартин 2016». Да! Вот они, эти красавцы, продемонстрировали абсолютно все, на что они способны, как они справились с импровизацией. Но наш танцевальный марафон не заканчивается. Вы видите, нас еще танцуют люди, и мы должны повторять эти движения. Продолжаем. Давайте поаплодируем Дмитрию, Виктории. Дмитрий, Виктория, сегодня танцевали про вас, специально для вас. Наша группа поддержки, где вы? Покажите себя! Вы тоже огромные молодцы! И, конечно же, бурные аплодисменты нашим командам! Вот они, танцуют, не уставшие, счастливые и довольные! Это только начало! Дорогие друзья, мы продолжаем танцевать! И сейчас давайте сделаем следующее! Чтобы осталось у нас в памяти это замечательное событие, я тоже хочу поучаствовать в конкурсе «Лучший видеоблогер» и сделать селфи вместе с вами. Вы готовы? Давайте поднимаем руки, зажигаем свои мобильные, поднимаем все плакаты. И на раз, два, три мы делаем селфи с нашим любимым залом. Три, четыре, громче! Отлично! Ну что же, дорогие друзья, теперь мы вроде сделали абсолютно все. Мы хотим поблагодарить, конечно же, всех вас. И знаете, давайте-ка остановим этот марафон, чтобы немножечко перевести дух, и сделаем все вместе. Вы готовы? Итак, все внимание на экран. Считаем вместе с нами. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один! Стоп! Ух ты, вот это да! Немножечко жарко стало, хотя, знаете, на улице не так жарко, но сегодня здесь вот это вот накал эмоций только благодаря вам и, конечно же, нашим конкурсантам. И бурные аплодисменты! Огромные-огромные эмоции! Ну что ж, дорогие друзья, наши команды сегодня показали себя настоящими профессионалами и героями. Посмотрите, как они радуются, обнимаются, целуются. Зрители, вы можете повторять смело все, что делают они. Не переживайте, все будет хорошо. Знаете, время пришло подводить итоги нашего танцевального марафона «Стартин 2016». Как на стадионе. Вот это да! Ну что же, мы продолжаем наш нагал эмоций. Дорогие друзья, молодежный танцевальный марафон «Стартин 2016» остановлен. Но это не значит, что праздник закончился. У нас для вас впереди, поверьте мне, еще много сюрпризов. И пока члены нашего уважаемого жюри подводят итоги конкурса и ушли в тайную комнату, чтобы узнать, кто же станет лучшим из лучших, мы с вами продолжим нашу концертную программу. Дорогие друзья, давайте поблагодарим нашего диджея Ники Рич. За его зажигательные треки и проводим его громкими аплодисментами еще раз. Ники Рич! Спасибо большое, друг, что был вместе с нами, и за твою замечательную музыку, и, конечно же, за импровизацию. Я, если честно, был в шоке от того, как ребята справились с этим непростым заданием. А мы приглашаем на танцпол группы поддержки. Дорогие друзья, а сейчас обещанный сюрприз. Сегодня для вас выступят звезды нашей эстрады с самыми зажигательными своими хитами. Аплодисменты. Давайте повстречаем аплодисментами наших артистов. И сейчас на нашей сцене выступит артист, резидент Московского продюсерского центра, автор-исполнитель, саунд-продюсер, победитель всероссийского музыкального конкурса «Жара» и лучший хип-хоп-исполнитель столицы Олимпийских игр в Сочи. Лицо бренда High Screen и хедлайнер тура по России самого масштабного фестиваля «Красок Color Fest» Дима Догма с песней, вы не поверите, «Стартин».
встречаем! Всем привет, друзья! Вы максимально крутые! А это гимн Стартина, давайте оторвемся под него, как вы можете! Танцую, сижу вот в стороне, тебе не к лицу. Это Стартина, ты в нем со своей командой. Сцена дает расправить крылья птенцу. И ты пришел сюда, чтобы отдохнуть и показать, кто главный. Для зрительных по машинам, ты точно ритмомашина. Не важно, как ты это делаешь, будь как кружина. Полтора часа без выдержных плясок. Это КЗ, Россия ждет твоего звездного часа. Это Стартин, мы устроим тут вместе его и для равновесия. Ты не копи, адреналин, выплесни без всего. Мы устроим тут вместе его и для равновесия. Ты не копи, адреналин, выплесни без всего. Мы устроим тут вместе его и для равновесия. Ты не копи, адреналин, выплесни без всего. Мы устроим тут вместе его и для равновесия. На песне ты не копи, адреналин, ты плесни плесни. Да. Вы просто необыкновенный, сколько энергии, сколько адреналина. И я рад видеть, что вы его не держите в себе, а выплескиваете наружу. Вот. А сейчас, буквально вчера появился этот хит, премьера, называется «Я знаю». Я предлагаю вам его послушать. Все хлопаем руки, руки, руки к потолку. Что так любит дым. Мечтаешь об одном, встречаешься с другим. В ушах бриллианты, на пальчике рубины. Я тебе не пара, но мимо не проходи. Я знаю, как мне быть с тобой. И не боишься использовать это, я под твоим прицелом уже это едва заметно. Я знаю, в кончиках у еще много скелетов, и ты на все мои попытки не наложишь вето. Я из тех, кто не любит никотин дым, из тех, кто первый не звонит, но ты не кукла, нет. Что на пути строят глазки, мне планируют замутить. Ты такая неприступная. Thank you.
Все садятся в самолеты, заграничные курорты, переполнены отели, то, чего мы так хотели. Мимо девушек в бикини нелегко пройти мужчине, в тот момент, когда он рядом, пересекаются взгляды. Встречаем рассветы, провожаем закаты, и мчимся куда-то, чтоб потом где-то встречать нам рассветы, загорать до заката, и снова куда-то. Мужики! Хорошего лета всем! Очень жаркая погода и прекрасная природа. Все мечтаем мы об этом, только б не кончалось лето. Записали телефоны, позвони, как будешь дома. Не теряйся, шли приветы, вспоминай почаще. Это лето, как встречай рассветы, провожали закаты и мчались куда-то. Всем хорошего лета! Танцуем! One, two, three! Лето! И снова куда-то. Офигеем тебя!
Спасибо огромное. Всем большой привет, девы!
Так, давайте, давайте, поближе к сцене. Поближе к сцене. Хочу всех вас здесь вот видеть, всех вас здесь собрать. Девушки. Молодцы. Ну, да, так, так, в пределах разумного. Вот здесь вот держимся, здесь молодцы. Так, давайте, да, вот пионеры и все остальные. Вот у вас вообще отличные костюмы. Выглядите супер. Молодцы. На самом деле вы все сейчас потрясно выглядите, поэтому мне хочется узнать, как вы звучите. Скажите «Эй!» Скажите «Эй!» Скажите «Воробьев!» Скажите «Френды!» Вы готовы? Тогда жарим! Поехали! Минус фонарь, пожалуйста! Эта любовь случилась с первого взгляда. Весь поворотника из правого ряда. От нее было некуда деться. Она попала в погреб самое сердце. Два года вместе, и это серьезно. Ложимся вовремя, но очень поздно. Мы раз 15 уже расставались. Но мы снова вместе просыпались. Ведь любовь наружу. Мани, 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 мани. Я милый, милый, миллионер. И все же мани. Это любовь, и без нее меня нет. Ее коротким прийти сигарет. Любит ругаться, потом обнимашки. Потом уходит босиком и в моей рубашке. Диплом юриста, ноги модели. Однако тело в ангельском теле. Лучше не спорить и остановиться. Но я обожаю. Вы готовы? Я смотрю. Неожиданно, неожиданно и очень приятно. Кстати говоря, вы большие молодцы. А готовы ли вы подпевать сейчас от души? Кто-нибудь смотрел сериал «Девчонки», скажите? То есть два человека есть здесь. Окей, хорошо. Окей, эта песня группы «Френды» называется «Всегда буду с тобой».
Так вот, кто знает слова, давайте подпеваем. Ну-ка. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Уже не большой. Еще. Ты обычная девчонка, я не принц, не герой. Всегда. Готовы подпевать? Это было мощно. Тогда поехали, я вас буду снимать на телефон. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Но начинай. Ты обычная девчонка, я не принц, не герой. Но я... завершению. Вот-вот мы узнаем победителей. Артём, перед тем, как мы объявим результаты голосования, я хочу, как хореограф-постановщик танцевального марафона «Стартин-2016», наградить мою любимую команду.
И эта команда... Это команда. Ну, какая же это команда? Как вы думаете? Скажите нам, друзья! Сосотряд колледж! Прошу капитана к нам на сцену. Капитан Сосотряда! Вот она! Поздравляем вас! Девчонки, вы огромные молодцы! И подарок от антикафе «Зеленая дверь». Что, никто не рад? Ребят, ну давайте поддержим другие команды, хотя бы из зависти поаплодируем, да? Надо же поддерживать своих коллег и друзей, конечно! Вот он! Аплодисменты! Спасибо огромное! Сосотряд колледж! Поздравляем победителей! Для объявления победителя в номинации «Лучший блогер» и вручения приза в виде смартфона High Screen приглашается резидент Московского продюсерского центра, автор-исполнитель, саунд-продюсер, победитель всероссийского музыкального конкурса «Жара» и лучший хип-хоп-исполнитель столицы Олимпийских игр города Сочи, лицо бренда High Screen и хедлайнер тура по России самого масштабного фестиваля красок Color Fest Дима Дома! Как будто бы на Оскаре, да? Дима, можно подойти к микрофону. И волнительно вообще это? Да как будто себе вручаю. Итак, лучший блогер Левин Сергей Александрович. Просим победителя подняться за награду. Вот он, лучший блогер! Смотрите на него! Поздравляем! Сколько сделали постов? Сколько постов сегодня выложили в сеть? Не сосчитать. Отлично. А больше всего, какой лично, может быть, понравился пост? Мне все здесь понравилось. Вот это правильный настрой! Ваши бурные аплодисменты! Какие же подарочки мы вручаем? А подарки от High Screen, конечно же! Ну что же, покажите, что там внутри лежит. Может быть, мы не отпустим вас со сцены, а заберем себе для самых лучших снимков вот такой замечательный гаджет. Ура, товарищи! Провожаем наших гостей и победителей бурными аплодисментами. Ну что же, а мы продолжаем. Дорогие друзья, сейчас для вас еще одна порция сюрпризов. На этот раз, вы не поверите, дополнительная номинация. Итак, внимание. Для объявления. 10 самых активных участников марафона. Помните, я вам говорил, давайте активнее, активнее, я всех вижу, да? 10 самых активных участников марафона. Я хочу пригласить на эту сцену директора Московского продюсерского центра Петрова Андрея Сергеевича, который сейчас вручит этому победителю абонемент на посещение фитнес-клуба «Зебра» на 2 месяца, между прочим! Итак, мы готовы услышать. Всем привет от Московского продюсерского центра. Устали? Точно не устали? А поднимите руки, кто был самый активный? Видимо, какая-то накладка, у меня всего здесь 10 фамилий. Видимо, среди самых активных всех вас были еще самые-самые активные. Итак, дорогие друзья, Мос-продюсеру выпала честь вручить самым активным участникам памятные подарочные сертификаты. Итак, в команде «Соцотряд» самым активным участником, по мнению организаторов, стала Парпура Мария. Ваши аплодисменты! И Мария, все прыгают, Мария почему-то не выходит. Где Мария? Мария здесь. Мария. Мария. Парпура Мария, аплодисменты, друзья! И от наших друзей сети фитнес-клуба «Зебра» памятный сертификат. Итак, вторая команда – «Северяне». И самый активный участник – Андрюк Екатерина. Ваши аплодисменты! Где вы? Вот она, активно бежит. Екатерина получает свой заслуженный подарочный сертификат. Сложное слово, но громче, громче, громче поддерживаем наших победителей. Итак, команда «Позитивный настрой». Охотникова Анна. Ваши аплодисменты! Они как будто уже знали, что они самые активные, почему-то случайно собрались вот там вот справа. Анна, это вам, аплодисменты тоже вам! Команда «Столица»
И самый активный ее участник — Иванов Артем. Вот он очень активный, в цепях был, но освободился и получает подарочный сертификат от сети фитнес-клуба «Зебра» и респект от Московского продюсерского центра. Итак, команда «Медийные лица». Ярошук Максим, самый активный участник команды «Медийные лица». Аплодисменты не стихают. Вы же обещали быть самыми активными все. Максим, этот подарочный сертификат тебе. Команда «Стражи» и Кучина Елена поднимается на сцену. Аплодисменты не смолкают. Елена бодрым шагом бежит за подарочным сертификатом. Команда «Зил Дэнс» и самый активный ее участник — Плясова Дарья. Аплодисменты! Вот она, Дарья. Команда «Горячие сердца» и Моисеева Полина. У меня срывается голос, потому что я пытаюсь перекричать овации, которыми вы награждаете Полину. Они замечательные, очень громкие. Команда «Доброделы» и «Мовчан Мария». Друзья, ну от Московского продюсерского центра просьба, поаплодируйте нашим самым активным, так как на сцене появляется 10-й, самый активный из самых активных, представитель команды «Бобры» Фомина Дарья. Ваши аплодисменты! Друзья, вы очень здоровские, очень талантливые. У Московского продюсерского центра для таких талантливых ребят, как вы, есть очень много предложений. Ищите нас в социальных сетях. И спасибо вам за вашу энергетику. Я думаю, все зрители сейчас как следует поаплодируют нашим участникам за то, что они 3 часа без малого здесь отрывались на всю катушку. Мос-продюсер, спасибо. Спасибо. Ну что ж. А сейчас для оглашения победителя конкурсной программы танцевального марафона «Стартин-2016» мы приглашаем на эту сцену наше профессиональное жюри. Руководитель танцевального коллектива «Стрит Джаз», хореограф, постановщик телевизионных шоу-программ, педагог концертной студии «Непоседы» Максим Недолечко. Российский актер театра и кино, призер Римского кинофестиваля Михаил Дорожкин. Заслуженный артист России, солист Большого театра, преподаватель кафедры дуэтного и классического танца Московской государственной академии хореографии Денис Медведев. Актриса театра и кино, участница проекта «Танцы со звездами» Анастасия Веденская. Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Анатольевич Келлер. Красавчик. Павел Анатольевич Келлер, ваши аплодисменты. Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Митрофановна Барсукова. Директор Центров государственных услуг города Москвы «Мои документы» Елена Геннадьевна Громова. А также министра правительства Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, председателя молодежного совета департамента Владимира Аршаковича Петросяна. Для объявления победителя в номинации «Лучшая зрительская поддержка» и вручения приза в виде 50 капкейков и почетной грамоты слово предоставляется заместителю руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павлу Анатольевичу Келлеру. Привет, дорогие друзья! Сегодня, благодаря вам, здесь прекрасная атмосфера. Я счастлив присутствовать на этом празднике, который вы нам подарили. И выражать себя можно по-разному. Можно выражать себя в работе, в деле, а можно выражать себя в танце. И для этого нужен талант. Такого таланта у меня нет, поэтому я вам искренне завидую. Но вами я восхищаюсь. И
в номинации «Лучшая зрительская поддержка» награждается Молодежный совет Управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа. За награды просим подняться на сцену трех представителей от победившей команды поддержки. Три представителя, мы просим вас от команды подняться на сцену. Вот они, смотрите! Бурные овации! Громче, громче, громче! Вот они, победители! Лучшая поддержка зрителей! Молодцы, ребята! Давайте поддержим! И молодцы! 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 Ура! Ну что же, ваша минута славы закончилась. Спасибо большое, а мы движемся далее. И для объявления победителя в номинации «Лучшая команда по мнению зрителей» и вручения 30 сертификатов на поход в кино от сети кинотеатров «Море Синема» слово предоставляется заместителю руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяне Митрофановне Барсуковой. Встречаем! Дорогие молодые москвичи, коллеги, здесь в зале собрались те, кто хотят двигаться. Двигаться по служебной лестнице в карьере, двигаться в семье, рожая детей, выходя замуж, находя себе здесь партнеров или в другом месте, и двигаться в танце. Та энергия, которой вы зарядились сами, она обязательно будет передаваться везде и всем. Спасибо вам, прежде всего, за ту энергию, которую мы получили от вас. Я особо хочу поблагодарить сегодня наших профессионалов, жюри, которые своим скрупулезным взглядом видели все сегодня. И еще хочется сказать важную вещь. Дорогие мои, вся наша жизнь состоит из мелочей. Но из этих мелочей складывается то большое, что каждый из вас может сделать. Самое главное – не стоять ни минуты на месте. Вот этого хочется вам пожелать. Ну, а теперь о победе. Итак, барабанная дробь, боже мой, я слышу особый, это биение сердца. Особый приз получает сегодня лучшую номинацию по мнению зрителей. Подождите, 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 нам даже технические неполадки не помогут. Это надо повторить обязательно. Итак, лучшая номинация, по мнению зрительских симпатий, получает сегодня Юго-Восток. Ура! Юго-Восток, мы просим капитана команды подняться на эту сцену для вручения подарков. Под ваши бурные аплодисменты, Юго-Восток! Ура! Ну что же, и вот мы приблизились к самому главному. К тройке победителей, дорогие друзья. И сейчас мы узнаем, кто же стал бронзовым призером. А для этого я хочу пригласить к микрофону заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павла Анатольевича Келлера. Встречаем. Работает. Рано закончили мои минуты славы, поэтому вам придется меня еще потерпеть. Итак, третье место в танцевальном марафоне «Стартин» занимает Молодежный совет Управления социальной защиты населения Юго-Западного административного округа. Юго-Западный административный округ. Мы вас поздравляем и просим капитана подняться на эту сцену.
Давайте активнее! Мы вам вручим кубок, почетную грамоту и 5 сертификатов на посещение квеста в реальности погружения. По каждому сертификату может пройти 6 человек, так что вся команда, все 30 участников смогут пройти этот увлекательный квест. Ваши аплодисменты! Вот она, бронза! Спасибо большое, мы движемся дальше. И для объявления второго места, это серебро, дорогие друзья, я хочу пригласить вновь Татьяну Митрофановну Барсукову, заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Я вам честно скажу, я попросила этот приз вручить сама, именно потому, что это мои земляки, потому что я сама живу там. Вчера я видела их в большом действии. Они вывели сегодня вчера на Певческое поле около 1000 молодых ребят. Подождите, подождите, социальщиков. С ними вместе вышли вчера и семьи, и наши подопечные бабушки и дедушки. Флешмоб был просто отличный. И сегодня заслуженно хочется вручить награду второе место «Северо-Восток». Вам. Северо-Восток, наши поздравления! Мы ждем капитана команды. Вот она, эта девушка, с которой срывали одежду. Она оказалась капитаном. Наши поздравления! Громче, громче, громче! Дорогие друзья, не расстраивайтесь. Возможно, кто-то из вас займет первое место, а второму месту мы вручаем, конечно же, кубок, почетную грамоту и подарок от развлекательного центра «Галактика». 30 сертификатов для игры в боулинг и 3 сертификата номиналом 1000 рублей, которые можно использовать в развлекательном центре по вашему усмотрению. Ну что же, и вот момент X настал. Сейчас мы узнаем, кто из этих всех команд, которые на самом деле все молодцы и все просто красавчики, займет первое место. Я вижу, что кто-то прыгает, пытаясь привлечь удачу к себе. Ну давайте попрыгаем, раз сегодня так долго танцевали. Но для этого я хочу пригласить человека для подведения итогов нашего танцевального марафона «Стартин 2016». Слово предоставляется почетному члену жюри, министру правительства Москвы, руководителю Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а главное, председателю молодежного совета департамента Владимиру Аршаковичу Петросяну. Встречаем! Дорогие друзья, я еще раз хочу всех поздравить, но все-таки у нас получилось так, что у нас две команды заняли первое место. Поэтому я хочу сначала предоставить слово моему другу и коллеге, директору государственного учреждения «Мои документы» Елене Геннадьевне Громовой. Итак, в номинации «Лучшая танцевальная команда танцевального марафона «Стартин 2016» призвана команда Северо-Западного административного округа «Позитивный настрой». Поздравляем победителей! Вот они! Одна из команд победителей! Вот это да! Правильно! Давайте чествуем наших победителей! Им вручается кубок, почетная грамота и 30 билетов в аквапарк! Спасибо всем организаторам, которые сделали это мега крутое представление. Это нереально круто. Спасибо всем. Спасибо моей команде. Я вас люблю. Вы знаете, мы очень шли к этому успеху. Были проблемы, но мы их решили. Я счастлива, что я свою команду привела к победе! Поздравляем победителей. Ну, вы как видите, наши сюрпризы не заканчиваются. И для этого мы хотим подать вновь слово министру. Встречаем, дорогие друзья! Владимир Аршакович Петросян. Дорогие друзья, ну, во-первых, хочу еще раз вас всех поздравить с этим замечательным праздником. Сказать вам, у меня самые красивые, самые обаятельные, самые привлекательные, а мальчики самые сильные и самые смелые. Я вас поздравляю. Вы можете себя показать не только
профессионально на работе, ну и здесь на празднике показать, что вы умеете. Еще раз горжусь вами. Соцзащита, что? Молодцы, вперед! Ну и, конечно, я хочу объявить второе, первое место. Мы даже не предполагали. Вы же видели, мы с Еленой Геннадьевной убежали с балкона и пришли к вам танцевать. Потому что мы посчитали, что руководители не должны судить своих подчиненных. Мы вместе с вами гуляли, праздновали, веселились и радовались. Но так получилось, что когда сбивали баллы, которые проставили наши почетные жюри, наши профессионалы уважаемые, что одинаковые баллы получились и у Северо-Западного округа, и у команды, как там в Евровидении говорили, 10 pound go to... Go to... Go to... Столица! Столица! Поздравляем наших победителей! Вы получаете кубок, почетную грамоту и 30 билетов на экстремальные прыжки на тарзанке. Чествуем победителей, друзья! Команда вторых победителей, тоже выходите к нам! Вы тоже победители! Вот так вот заканчивается наш замечательный марафон Star Team 2016! Столица! Позитивный настрой! Победители нашего марафона, дорогие друзья! Ну что же, сегодня мы с вами увидели чудо, которое живет рядом с вами, с нами. Это чудо, может быть, нельзя потрогать, нельзя ощутить, но зато можно прочувствовать. Оно способно нас заставить смеяться и плакать, и это чудо называется танец. Самое главное, что танец имеет сердце и душу. Теперь каждый из вас часть этого проекта. И мы просим наших команд победителей танцевального марафона Star Team 2016 еще раз прочествовать, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Вот они. Самые... Я хочу еще особо отметить, вот и члены жюри, и мы, которые наблюдали, особо хочу отметить команду наших стационаров. Молодцы, ребята! Дружная команда стационаров! Браво вам! Спасибо большое. Ну что же, а сейчас давайте подведем итог сегодняшней встречи грандиозным флешмобом, который мы запомним на долгую память, проводником которого станет хореограф-постановщик нашего праздника, мой соведущий Артем Лялин. А на этой сцене Нателла с песней «Танцуй, Москва». Начинаем флешмоб! Ну что, ребята, давайте еще раз. Указ умне! Поехали!
ваши бурные аплодисменты! Танцевальный марафон «Стартин 2016» завершен, друзья! Это было очень феерично! Для вас сегодня весь день вели это мероприятие Артем Лялин, главный хореограф-постановщик этого шоу! И Артем Шалимов! До новых встреч! Увидимся в следующем году, и это, поверьте мне, будет еще круче! Вы все огромные молодцы! Увидимся! Пока! Итак, дорогие друзья, сейчас давайте на долгую память сделаем общее фото. Все команды, поднимайтесь к нам на сцену для того, чтобы запечатлеть этот прекрасный момент. Сегодня вы все победители. Так что давайте запомним это. Мы ждем все команды на наш...